ничего верно. В этом месте потрясающая энергетика. Черный песок, бушующий океан — это просто бомба. А теперь ты делаешь вот то, как делают маленькие детки. Обхватывай. А теперь фото, иначе я сейчас сдохну. Всем привет! Я очень люблю отдыхать на Бали, но так как туда не наездишься, то я нашла потрясающее место. И Бали едет к вам! Бали в Новой Зеландии! Не имей 100 рублей, а имей 100 друзей! Ты готова? Ты готова к погружению? Сейчас у меня будет погружение. Потолок очень прочный. Веревка очень прочная. Просто отпускай себя. Блин, классно, как будто в воздухе паришь. Я испытала невероятные ощущения какой-то такой невесомости, полета и легкости. Вот знаешь, я даже не знаю, как это объяснить. Ты просто как будто бы паришь реально в воздухе. Очень классное ощущение. Мне кажется, дети реально кайфуют на ручках у мамы. И здесь это можно почувствовать. Реально очень классно. Завтракаем ананасами. И какао. Чин-чин. Как называется какао? Гватемала, да? Да. Прибылось. Гватемала. Вечером у нас еще будет церемония какао. И сейчас мы немножко перекусим и отправимся на потрясающе красивый трек. Там и горы, там и пляж, там все красивое. Новая Зеландия. Мощь бушующего океана на закате. Обалденно просто! У-ху! Эхо! Дуба-дуба-дуба! Девушка-девушка. Вы просто сверхграция. Я стараюсь, но не хочется.
А теперь ты делаешь вот то, как делают маленькие детки на игровых площадках. Еще это все сопровождается таким сдвигом. Давай, не переживай. Ты уверена, что выйдешь? Уверена. Блин, ты сколько весишь. Мамочки, так все дальше. Теперь обхватывай. Вот, а теперь обхватывайся вот этими ногами. Ну, в смысле, других у тебя нет? О, мама, мамочки. Так, попытка номер два. Я чувствую себя как паук раскоряченный. Так. Ну ты больше на лань похожа. Так, еще раз. Куда я должна ноги закинуть? Видите, как все просто. Не нужно ничего курить. А, мамочки, мамочки, я выпадаю из него. Что такое? Я выпала. Ты там говорила что-то про процесс родов. По-моему, я родилась как раз. Нет, про процесс родов я не говорила. Подожди, я не поняла, куда мне, как мне ноги закрутить. Девушка, что вы принимаете? Я вам пытаюсь принять позу. Так. Попытка номер два. Смотри, садишься как в качель. Заранее. Потому что я поняла, что если я застряну... О май гад, что ж такое-то? Что ж такое? Укладку специально для кокона сделала. О, что ковёр поехал? Что? Что вообще происходит? Я смотри, не понимаю, куда мне закидывать? Теперь... О, подожди, подожди, вот. Подожди, получается. А ноги туда? Умничка, ноги умничка, сюда? Да. Второй не могу. Я это сделала. О, у меня голова кружится. Так, а теперь подожди, пока отходи скорее дальше. Будем записывать видео. Отходи вон туда. Видео уже пишется. Да, отходи, отходи. Мне нужно поздороваться. Так вот, потому что ты не видишь, что ты на коконе, а потом я подниму вот так, что увидишь, что ты на коконе. Типа ты йог, который стоит в такой позе. Ну, давай. Давай. Привет, девчонки, скажи. Всем привет! Нет, нет, мне нужно вот это сюда заправить. А, кстати, мне нужно было другую одежду надеть. А ты продвинутый йог. Стоишь на одной руке. Так, давай, снимай сдалека, чтобы это было красиво. А теперь фото, иначе я сейчас сдохну. Дуба-дуба-дуба.